Здравствуйте, папашки, на связи Тварина, и, как понятно, наверное, из названия данного видеоролика, речь пойдет про мое возвращение на Twitch, точнее, про досрочное расторжение контракта с Фейсбуком. Ровно полгода мы проработали из годового контракта, то есть ровно половину пути пройдено, и расскажу, что произошло, что... Зачем, куда, почему и что дальше, самое главное. Во-первых, все отлично, мы расстались хорошо. Спасибо, говорю, конечно же, Фейсбуку за эту работу, за этот опыт. К сожалению, конечно, не все получилось так, как хотелось изначально, но давайте по порядку. Во-первых, благодарю, кстати, всех, кто... смотрел мои стримы на Фейсбуке, надеюсь, что вам это доставляло некоторое удовольствие. Ну или как минимум мне было скучно, как я люблю говорить. Я это очень ценю, действительно, искренне благодарю вас. Ну а давайте по существу, небольшая хронологическая последовательность, как все это было. Изначально в моем контракте, по-прежнему не могу разглашать подробности, но некоторые вещи можно рассказать, как мне кажется. Так вот, было прописано, во-первых, контракт на один год до ноября 2020 года, и основным показателем моей работы должны быть трудочасы, так называемые, то есть часы стриминга, никаких более изначально до показателей для стримеров не было представлено в данном соглашении. Потом там, проработав 2 месяца, пошли какие-то непонятные качели, якобы поменялось руководство там в Facebook Gaming, ну и такой звоночек первый был о том, что давайте-ка, ребята, стримеры, показывайте еще хорошие результаты, а именно просмотры, количество часов просмотренных ваших видео, не только сколько вы стримите, а чтобы еще и отдача была. И желание это, в принципе, понятно и законное, если бы не одно «но». На таких изначальных условиях никто бы, ну, по крайней мере, я бы не пошел работать, потому что выдавать то, что там предлагалось, просто было нереально. Таких цифр я говорить не могу, говорю как бы вот так вот, ведь Иван. Вот, и была такая телега, что, мол, типа, а-та-та, Тварина, давай больше, мол, старайся, хотя я старался, честно, давай нам больше, как бы, профита, больше просмотров, но просмотров не было в том количестве, которое желали мои работодатели тогдашние. И под конец апреля, собственно, пролетела темка, что 2 варианта, либо ты продолжаешь сотрудничество на меньших условиях. Причем интересно, как они это высчитывали, сколько просмотров там должен показывать каждый стример и его зрители, и как это все ценится денежно. Но это тоже совсем другая история. Либо мы досрочно разрываем контракт. Ну и я выбрал, как вы могли догадаться, уже 2. Ни о чем не жалею, все супер. Продолжаем наше движение. Теперь я снова безработный. Безработный фулл-тайм стример, но это неплохо. Будем стараться продвигать свой контент и дальше. Стримы будут снова видоизменяться. Мне кажется, что в лучшую сторону, но это время покажет. А плюс сейчас, пока я не являюсь партнером Твича, кто не знал или забыл, то Твич забрал партнерку пару месяцев назад из-за того, что типа была нарушена эксклюзивность стримов на этой платформе. Сейчас я могу стримить везде, и я буду пользоваться этой возможностью. Будут подрубы на Ютубе, на ГГ, возможно, в ВК даже посмотрим. Я вот буду пробовать Restream.io платформу. И сейчас, когда пишется этот ролик, а сегодня 1 мая, выйдет он чуть-чуть через пару дней попозже, поскольку сейчас у меня на носу там фестивальные расклады, будет сегодня стрим по фестивалю «Крабили выбух», но это другая история. Кому интересно, посмотрят это, я думаю, на стримах, либо в повторе. Вот. А чтобы не будоражить раньше времени вас, это видео появится в понедельник, 4 мая. Ну и, я думаю, с 5 мая уже пойдут геройские стримы.
Не буду я стримить по плану все на все платформы, потому что музыка вернется на стримы. И это круто, я этому очень рад, но будем стараться вот пользоваться этой темой, пока партнерки нет. Партнерка, вероятно, вернется через какое-то время, но там длительный срок. Там уже еще полгода прошло, когда разрывается соглашение, а потом ты можешь снова подать запрос про партнерку, и он еще полгода может рассматриваться. Возможно, это будет все побыстрее, может быть и нет, посмотрим, поживем увидим. Пока что будем вот в таком ключе стараться это все делать. По результатам еще можно сказать, немножко подтянулся YouTube, там плюс 3000 зрителей, точнее подписчиков, что вроде как не так и много, но учитывая цифры, что изначально, когда все это начиналось в ноябре, было 10700, сейчас 14700, нет, или 11700 был. 11700, сейчас 14700 плюс 3000, это достаточно неплохо, учитывая, ну, что изначально циферок было этих не так много. А свыше 5000 подписок у нас есть на ФБ, всем спасибо, опять же. А подписчиков на Твиче не растерялось, там фолловеров примерно на том же показателе осталось, именно 63000. Буквально пару соток ушло, но я думаю, что поддержали мы этот показатель вот этими подрубами на Твиче в виде чаепития. Это тоже, я думаю, тенденция сохранится, и буду периодически раз в недельку это все подрубать. В общем, ребят, всем спасибо, кто поддерживает, кто смотрит. Благодаря вам все хорошо. Движемся вперед, настрой позитивный. Увидимся на геройских трансляциях на Твиче. И не только.